Браво! С ними вместе я учился. Во-вторых, Чесноков не матерился. Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение? До сих пор необъяснимо, но водку кушал только Женя, а ругалась только Дима. Также надобно заметить, оба парня не курили, и вокруг за 1000 метров пол прекрасную обходили. Жизнь курсантская все туче, все ребром вопросы ставит. Не умеешь тут научат, а не хочешь здесь заставить. Ты вздыхал передохнуть бы, только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, когда отмечали Щербакову день рождения. Мне сперва-то было странно, даже я перекрестился. Дима, водки, полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресений Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женя Гинат звали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы меня наврали? Да не может быть такого, да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали, тише, мол, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером по роте я бродил в тоске, печали. И тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. В жизни всякое творится, и случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вот вместе соберутся, так все сидят, считают лабы, а теперь всегда нажрутся. Сигареткой затянуться, так припохабненько ругнуться, а иногда и подерутся, и идут гулять по бабам. Спасибо.